Кто вкуснее делает, мама или папа? Папа! А я не только нож. Нож трогать можно? Нет, нет, это фифика. А я нет. Папа. Я вижу, это не только лишь нож. Не только хорошо, а это что-то. Мясо. Например, сейчас мне хочется взять вот так и съесть. Макута на мясо. Оставь, оставь. Папа, я уже не могу ждать. Папины помощницы. Кто я буду макать? Вкусно. Не могу взять.